Нарыхтаваць 170 тысяч тонн сена прыкладна 32 центнеры на умуную галаву каровы. У вобласці касавіца стала масавай. У зялёнае жніво ўключыліся ўсе раёны. За 10-14 дзён плануюць завяршыць першы ўкос. На дапамогу аграрыям выйшлі многія службы. Напрыклад, дарожнікі выдзелілі дадатковую тэхніку. У свой выхадны выйшлі на сенажаць работнікі аблвыканкама. Працяг тэмы ў Кацярыны Гараднінскай. Травы наліліся, зараз самы час на запасіць кармы. Перыяд касавіцы нядоўгі, гавораць аграрыі, таму і спяшаюцца. Дапамагаць ім выйшлі работнікі аблвыканкама. Аказваем помощь сельхозарганізацыям Драбінскага района заготовкі травяністых кармоў. Рішено з помощью Магілёўскага облсполкома заготовіць 550 тонн сена. Добраахвотнікі працуюць на сенажаця гаспадаркі Трылесіна Агра Драбінскага района. Тюкі сена трэба ўбраць, перавесці пад навесы і састагаваць. Работа тяжелая, тюкі, конечно, пакідаць это чувствуецца. Надо сила. У нас такое желание поработать вот на благо того, чтобы зимовка проходила бы с достаточным количеством кормов. Травы сёлета добрые, каже директор Трылесіна Агра. Але и поголовье великое. У господарцы 5500 голов буйно-рогатой живёлы. Поставлена задача сегодня, значит, чтобы в течение 14-15 дней убрать весь первый укос. А с первого укоса нам сегодня нужно заготовить это около 1000 тонн сена и 24 тысячи сенажа. 1500 сілоса. Зялёныя кармы – гэтае важкае звяно ў ланцугу, аднадоевы прываг да росту даходаў. В прошлом году было, в это время разыгралась огромная засуха, поэтому с кормами было очень тяжело зимовка была, поэтому зимовка прошлого года должна нас научить, поэтому мы с неудобием всего планируем все собрать для того, чтобы не только перезимовать, и чтобы создать запас какой-то на будущие периоды. И, конечно, справа не только у колькости. Зараз самые поживные травы, говорят специалисты. Тому вельми важно сошить за якостью сена. Зимой это головная крыница белку и цукру для буйно-рогатой живелы. Катерина Городницкая, Денис Бутылин, новины регион.